فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры мы продолжаем нашу передачу посвященную мученической смерти Фатимы Захры саллаллаху алейха и в первую очередь хотелось бы конечно поприветствовать нашего гостя шейх Курбан саллам алейкум ворахматуллах алейкум ассалам ворахматуллах баракату шейх Курбан последняя передача я много говорить не буду хотелось просто напомнить то что было На прошлой передаче то, что мы с вами обсуждали, и мы говорили о тех событиях, которые произошли во время именно смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, те времена, когда имам Али и некоторые его сподвижники не присягнули первому халифу, и вследствие этого первый халиф позволил себе некие действия, которые на самом деле противоречили сунне пророка, образу жизни мусульман, и не подобает мусульманину такие действия, которые совершили те люди, которые были из числа последователей тьмы. И хотелось бы продолжить. Мы с вами зачитывали, последнее то, что мы с вами зачитывали, относилось именно к событиям, которые произошли именно с домом. Фатима Захры, саламу алейха, и Ибн Таймия пытался как-то оправдать действия первого халифа, но мы наблюдаем, что он наоборот, я бы сказал, он еще больше унизил и поставил под сомнение вообще этого человека, первого халифа. И я бы назвал эти действия, которые описывал Ибн Таймия, действиями, которые не, как говорится, не надлежит совершать мусульманину. Прошу вас продолжать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих зрителей Айт ТВ 3 и также переношу соболезнования в связи с этими днями. С годовщиной мученической смерти ее светлости Фатимы Захры саламуллаху алейха, хранительницы света Аллаха. Мы коснулись качеств, свойств и характеристик этих двух лагерей, которые сталкиваются в этих событиях. Мы не хотим акцентировать на самом деле, то есть намного здесь важнее акцентировать внимание на качествах и особенностях этих двух лагерей. И немножко отойти именно от этих вот деталей и отойти от каких-то вот вещей, которые на самом деле отвлекают нас от сути вопроса. И поэтому нам необходимо акцентировать внимание на этих характеристиках, на этих свойствах, которыми обладают эти два лагеря. То есть, с одной стороны, лагерь тьмы, о которых... Всевышний говорит, «Вабаддалу ним от Аллахи куфра ва халлу кувамахум дар аль-бавар», что они обменяли милость Аллаха на неверие, на неблагодарность и сделали возможным для своего народа ад. И с другой стороны, дом ее светлости Фатима Захры, саламуллах алейха, которая была одним из домов пророков, даже более того, одним из лучших домов пророков, то есть лучшим, даже не одним из лучших, а лучшим из домов пророков,
о котором Всевышний в Священном Коране, говоря о своем свете, говорит фибуютин, что этот свет находится в домах. Фибуютин адиналлаху антурфа ваюдкара фихасмуху. Что этот свет находится в домах, которым дозволено возвыситься. То есть эти дома являются своего рода порталом, являются дорогой, являются своего рода входом в возвышенное состояние, входом к приближению ко Всевышнему. То есть это возможность, это путь для возвышения самого себя, это путь для приближения ко Всевышнему, для совершенства, для достижения совершенства. То есть именно через эти дома лежит путь к совершенству и возвышению. Все остальные дома, все остальное, предложенное человечеству, ведет к чему-то низменному, ведет к тьме. К свету Аллах ведет только дом. Потому что сам Всевышний говорит «Фи буютин Аллах нуру самавати валь арда ва маталю нурихи кемишкатун». Фи буютин адин Аллаху антурфа, что Аллах свет небес и земли, и этот свет подобен мешкату, который находится в домах, которым дозволено возвыситься, и в которых дозволено упоминать его имя. Именно в этих домах находятся люди, которые находятся в этих домах, их не отвлекает от поминания Аллаха. То есть они находятся в постоянном движении к Аллаху, постоянном приближении к Аллаху. Их не отвлекают никакие мирские дела. Наоборот, сами мирские дела являются поминанием Аллаха и приближением ко Всевышнему. И как мы увидели и в преданиях, в наших преданиях, в наших сборниках, этот вопрос ясно и двусмысленно разъяснен нашими непорочными имамами, которые ясно и двусмысленно сказали, что это дом пророка. Дом ее светлости Фатиме Захры, саламуллах алейха, дом его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхи салату вассалам. И мешкат это пример ее светлости Фатиме Захры, саламуллах алейха. Они это разъяснили, но при этом мы видим, что и в суннитских источниках подобные хадисы имеются, в которых говорится, что это дом, из этих домов является дом его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхи салату вассалам, и Фатиме Захры, саламуллах алейха. Дурруль Мансур мы с вами ссылались. Да, совершенно верно. За Дин Суити, Дурруль Мансури. Приводит от Ибн Мардавейха, но книга Ибн Мардавейха, она не сохранилась. По крайней мере, нету в печатной форме. Возможно, в какой-то рукописной, где-то в какой-то библиотеке лежит, это мы не знаем. Но так или иначе, она не издана, ее в печатной форме нет, этой книги Ибн Мардавейха. Хотя является ценным трудом, ценным трудом, но вот как-то... То ли она пропала полностью, то ли нет заинтересованности в том, чтобы издать эту книгу. Так или иначе, Джаладдин Суюти приводит от Ибн Мардавейха это предание. Это характеристики этих двух. Одни поменяли милость Аллаха на неблагодарность, неверие и ввергли свой народ в огонь. И другие, это дом, в который возвышается. Здесь мы видим, что в этих событиях мы видим, что мы видим столкновение. Неважно, каковы столкновения, потому что, опять-таки, я говорю, детали нас не интересуют, это не влияет на суть вопроса. Детали, они могут на первый взгляд на что-то влиять и что-то из себя представлять. На первый взгляд они могут быть важны. Но в дальнейшем, если мы углубляемся в это самое противостояние и свойства, и качества этого противостояния, детали нас не интересуют. Какого рода детали? Был ли на самом деле поджог или не было поджога? Ударили ее светлость Фатиме Захры, саламуллах, или не ударили? Была она беременна или не была беременна? Она лишилась своего плода, своего ребенка или не лишилась? Это детали, которые в этом противостоянии чего-то нового нам не дают. Почему? Потому что есть... люди, которые поменяли милость Аллаха на неблагодарность и неверие. Есть дом, который является путем и дорогой к возвышению и приближению к Аллаху. И мы видим столкновение, несогласие этих двух партий, этих двух вещей друг с другом. Они противодействуют друг другу и при этом непримиримы. В этом противодействии они непримиримы. Ее светлость Фатима Захра, саламуллах алейха, не примирилась со всем этим. Да. Обратите внимание, я вот сейчас приведу предание из Бухари и Муслима. То есть это в суннитском учении чего-то более достоверного
нет, согласно суннитскому учению. То есть это самое достоверное, что может быть в суннитском учении вообще. То есть эти предания о том, что Фатима Захра, саламуллаху алейха, не примирилась, да, с теми... Да, обратите внимание, в Саи Бухари это предание под номером 3998. Приводится от Аиши, супруги посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это книга, то есть глава военных походов и раздел, посвященный военному походу на Хайбар. 3998 предание. Предание довольно-таки длинное, я все зачитывать не буду, но вот что говорит после этого столкновения, после этого конфликта. فَوَجَدَتْ فَاتِمَ عَلَى أَبِي بَكِرِ Что разозлилась, обиделась Фатима на первого халифа. فِي ذَلِكَ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ И она отвергла его. То есть она сделала хиджру. Хиджру, то есть имеется в виду, она перестала с ним разговаривать и вообще... То есть она проявляла таким образом вражду к нему. فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوُفِيَتْ И до конца своей жизни с ним не разговаривал. Это было непримиримое противостояние. Неважно, чем, какие были там детали. То есть мы здесь видим совершенно четко и ясно видим характер этого противостояния. وَأَوَشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سِتَّةَ أَشْهُرِينَ Что она жила после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, всего 6 месяцев. فَلَمَّ تُوُفِيَتْ Она всего 6 месяцев жила, все эти 6 месяцев после этих столкновений, после этого конфликта, то есть произошел полный разлад и демонстративное отстранение, отстраненность и демонстративный протест ее светлости Фатимы Захры, саламуллаху алейха, в адрес этих людей, этого движения, этой партии. И опять-таки, это в суннитских источниках, в наших источниках этот вопрос еще более ясно. В тех же источниках мы с вами разъяснили, что гнев Фатимы является гневом посланника Аллаха, а гнев посланника Аллаха – гнев Аллаха. Совершенно верно. Есть у нас предание, где говорится, что гнев Фатимы – это гнев посланника Аллаха, как вы сказали сейчас. Но есть и другие предания. «Инна Аллах ягда бигадабики ва ярда биридаки». Что Аллах гневается гневом Фатимы и радует, и доволен довольством Фатимы. Да. Аллах гневается гневом Фатимы. И далее Аиша говорит, فَلَمَّ تُوُفِيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا Что она говорит, что когда она умерла, ее супруг, его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалям, похоронил ее ночью, وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكِرِ И не сообщил о ее похоронах, не сообщил Абу Бакру, وَسَلَّ عَلَيْهَا И сам прочитал погребальную молитву над ней. То есть, если кто-то не понимает, возможно, эти вопросы неизвестны нашим телезрителям. В мусульманской общине, когда умирает важный, значительный человек, над ним погребальную молитву читает именно руководитель этой общины. То есть, это не поручается. То есть, представить себе такое, чтобы умер важный человек, такой человек, как Фатима, саламуллаху алейха, дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ну, со всеми теми достоинствами, о которых мы говорили, со всей той возвышенным, со всем тем возвышенным положением, которым она обладала, что она уходит из жизни, над ней погребальную молитву не читает не только тот человек, который объявил себя халифом и правителем мусульман, не только он не читает этого, но и более того, ему вообще не сообщают, его не зовут и схоронят этого человека ночью. О чем это говорит? Это было завещание ее светлости Фатимы Захры, саламуллаху алейха. Это говорит о непримиримой вражде этого света Аллаха с этой тьмой. Нужно делать выводы, более глубокие, более глобальные выводы делать. Не нужно акцентироваться и замыкаться в этих деталях. Это событие, оно намного более глобальное, намного более значимое, чем мы пытаемся его преподнести, когда акцентируем внимание на чем? На поджоге. На деталях. Допустим, на поджоге дома. На поджоге дома или на других деталях. На этом не нужно акцентировать. Это событие, оно намного более глобальное. Оно дает нам понимание нашей жизни в том числе и нашей будущей жизни. То есть... имеет для нас в том числе и практическое значение это событие. Потому что ее светлость Фатима Захра, саламуллаху алейха, она демонстративно дала понять,
что это за люди и что это за партия. И указание и демонстрация ее светлости Фатима Захара Салмулали является худжа, является доводом, доказательством. Почему? Потому что Аллах нуру самавати валь арда, ва мэталю нуру и кемишкатун, фи буютин адин Аллаху антурфа ва юдкара фи хасмуху. Потому что это хранительница света Аллаха, ее дом, это дом, в котором разрешено возвышаться и поминать имя Аллаха. Поэтому ее указания, ее демонстрации, ее протесты являются доводом, доказательством, являются худжа. Это же предание приведено и в Сахи Муслиме. Я, конечно, предание уже из Сахи Муслима не буду засчитывать. Под номером 1759 Сахи Муслим. Это глава джихада, китабу джихада вассейр. Вабабу кулю наби, ла нурат ма таракна фахуа садака. И раздел, посвященный хадису, который выдумал первый халиф, согласно которому якобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мы не оставляем наследство, то, что мы оставляем, то есть пророки не оставляют наследство, то, что мы оставляем, является благотворительностью. То есть я оставил после себя потомство, если вы у этого потомства нашли какое-то имущество, берите и забирайте. Разве не это означает хадис? То есть как поступил первый халиф? То есть, как он поступил? Он просто взял и забрал имущество у потомства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ссылаясь на этот хадис. То есть можно после пророков их потомство грабить без зазрения совести. Угу. Почему? Потому что они не оставляют наследство. Потому что они не оставляют наследство, то, что они оставляют, это благотворительность. Это садака. Забирайте. Да. То есть это предание приведено и в Сахи Муслиме. То есть это предание достоверное. В его достоверность никто не сомневается в мусульманском мире. Ее светлость Фатима Захра, саламуллах алейхи, завещала, чтобы ее похоронили. И в толкованиях это есть, и в том числе у них. То есть сами суннитские эти ученые... Эти люди на самом деле были первыми, кто посеял вражду по отношению к семейству посланника Аллаха. И это неудивительно, то, что произошло в Кербале и другие события. Да, на самом деле вообще вся... Последующая история человечества, она является следствием этого вот этих поступков. Казалось бы, да, не такие уж масштабные и глобальные эти поступки, не такие уж масштабные и глобальные, на первый взгляд, кажутся локальными какими-то событиями, локальными какими-то историческими фактами. Но нет, вся человеческая история является следствием вот этой тьмы, то есть... Все плохое, что происходит в дальнейшем в человеческой истории, является следствием. И это на самом деле груз и ответственность на этих людей, которые им придется нести этот груз и эту ответственность в судный день. Я также не понимаю тех людей, которые говорят, что ну допустили они ошибку, оставьте вы их, да простит их Аллах. Как можно вообще за этих людей, за таких людей, которые действительно, если мы видим, что сейчас мусульмане... является угнетенным, да, народом сейчас, к сожалению, это все на самом деле является их рук дело. Следствием именно того, что они совершили. Совершенно верно. Но часто, очень часто их последователи этих, этой партии лицемеров, они часто ссылаются на успехи и достижения времен этих халифов. Ну, имеется в виду первых халифов, они часто ссылаются на их достижения. Но на самом деле... То, что они делали, то, как они поступали, то, как они правили, это отделило путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от пути мусульманской уммы. То есть произошло отделение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ввел в одном направлении, они повели в другом направлении. И, конечно же, в начале пути, обратите внимание, я наглядно пытаюсь продемонстрировать, как это происходит. То есть в начале пути, конечно же, разница небольшая, потому что отход... Только-только сейчас произошел. Разница небольшая. И поэтому из-за того, что разница небольшая, и происходили эти успехи, эти достижения, которые мы видим во времена первых халифов. Потому что за основу заложил его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но чем дальше история продвигается, тем дальше между этими двумя линиями происходит разлад. Именно поэтому, чем дальше идет, развивается история, тем дальше мусульманская община деградирует. То есть вы можете себе представить две линии, которые имеют общую точку соприкосновения и от этой точки и отходят. Конечно, чем ближе к этой точке, тем ближе эти линии будут ближе друг к другу. И чем дальше от этой точки эти линии будут, тем дальше от этой линии будут эти линии друг к другу. Поэтому
важен тот самый момент, то есть ключевую роль в человеческой истории и в частности в истории мусульманской общины и в его будущем мусульманской общины, ключевую и важнейшую роль играл именно тот самый шаг и тот самый момент, который послужил отделению пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от пути мусульманской общины, мусульманского общества, угу, мусульманского мира. Что это был за шаг? Конечно, одним из этих важнейших шагов была сакифа. То есть это был решающий, угу, шаг. Если бы не сакифа, то как таковое отделение не произошло бы. То есть именно сакифа послужила всему этому. Угу. А там дальше мы наблюдаем, допустим, то есть жестокий... это присяга под навесом, я хочу, да, донести первому до тех телезрителей, Абу-Бакру, которые не совсем... Да, присяга Абу-Бакру под навесом, первому халифу под навесом и последующие события, которые имеют с этим связь. Угу. И поэтому те последующие события, которые мы наблюдаем, угу, в дальнейшем, в частности, что мы наблюдаем? В частности, наблюдаем, например, ужаснейшее и страшнейшее событие, которое произошло после смерти Муавии, при Кербеле. Да. Это событие, да, то есть мы видим отход, разошлись эти две линии за эти 60 лет, за эти чуть менее 60 лет. Отошли они от друг друга, от этой линии, и привело к этому событию. И в дальнейшем мусульманская община шла своим путем, а путь посланника Аллаха вообще лежал в другую сторону. Идет и движется в другую сторону. А большинство мусульман идут куда-то во тьму, и непонятно, то есть в каком направлении все это движется. И, конечно, начинается деградация. В этой линии начинается деградация. Но эта деградация начала именно с сакифы. То есть это та самая точка, которая послужила причиной отхода от этих отхода пути большинства мусульманской общины от пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому эти люди, они сыграли важнейшую и решающую роль. И светом, и путеводителем здесь является именно ее светлость Фатима Туз-Захра, саламуллаху алейха. Любой искренний, любой заботящийся о своей будущей жизни мусульманин и верующий должен обратить свой взор именно на сиру, именно на путь, именно на методы ее светлости Фатима Туз-Захра, саламуллаху алейха. Потому что она является тем самым мизаном, она является, угу, тем самым указателем, тем самым светильником, тем самым светом, который указывает человечеству путь на верное направление, угу, после его смерти посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что, как мы говорили ранее, этот эта ответственность, и эта миссия, и эта задача была возложена по противодействию этой тьме, угу, тьме лицемерия, которая окутала мусульманскую общину после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лежала именно на ее светлости Фатима Туз-Захра, саламуллахи, которую она выполнила наилучшим образом и достаточно просто, беспристрастно, объективно, искренне и честно подойти к этой истории, изучить эту историю, и неважно по каким источникам, по суннитским или по шиитским. Но не нужно обманываться, главное, важнее всего, не нужно обманываться на лживые якобы объективные толкования некоторых суннитских ученых, которые на самом деле пытаются свести людей с пути истины, переиначивая эти события, растолковывая ее не так, как они произошли. То есть, если мы обратимся к хадисам, они говорят об одном, а когда мы обращаемся к толкованиям, мы видим, что вообще речь не о чем-то другом. То есть, как они это... То есть, допустим, здесь в хадисе, mm-hmm, который мы только прочитали из Сахи Бухари, Аиша говорит: «Фалямма туфият, лам юудин биха Абу Бакр». Mm-hmm. Что когда она умерла, его светлость Али ибн Аби Талиб алейхи салату не сообщила об этом Абу Бакру. Mm-hmm. Ибн Хаджар говорит совершенную глупость в Фатхуль Бари, просто невероятнейшую глупость. Он говорит, это не значит, что Абу Бакр не знал о похоронах. Угу. То есть он знал, но ему не сообщили, потому что он сам знал. Угу. То есть я это говорю, хорошо, потому что он пришел, может быть, и пришел, говорит. Ага, то есть так даже. Но это глупость. То есть в хадисе сказано, не сообщил. То есть
необходимо понимать, что между толкованием и хадисом должно быть соответствие, о чем говорится в хадисе и о чем говорится в толковании. И поэтому на эти лживые толкования, на эти лживые речи не нужно обманываться, потому что это жизненно важные вопросы. Некоторые говорят, да, это события, которые прошли, и какая разница, что там было. Нет. Обратите свой взор на аят Священного Корана, на хадисы. Они описывают эти события совершенно иначе, то есть совершенно другую значимость придают этим событиям. Угу. Потому что это дом, в котором свет Аллаха, и это люди, которые ахаллу каумахум дар аль-бавар, баддалуним от Аллахи куфра, которые поменяли милость Аллаха на неверие. Это дом, о котором, обратите внимание, я приведу одно предание из Мустадрака Хакима. Он приводит предание по номеру 4802. Говорит, что от Анаса ибн Малика, говорит, что Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, кана ямуру би баби Фатима, 6 месяцев проходило мимо, утром проходил мимо дома ее светлость Фатима, захри саламу алейхи, мимо ее двери, точнее, ситтата ашхурин, 6 месяцев, ида хараджа ли салават аль-фаджр, когда вставал на утреннюю молитву, якулу, и говорил, ас-салату я ахля аль-бейт, время молитвы, о обитатели дома, иннама юриду Аллаху ли юдхиба анкуму ридса ва ютаххиракум татхира. Аллах всего лишь... И после этого хадиса Хаким аш-Шабури говорит, хада хадисун сахихун аля шарти муслим, что это предание является достоверным согласно условиям муслима. То есть все передатчики являются передатчиками сахих муслима. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно этому преданию, проходя мимо двери ее светлости Фатимы, захри саламу алейха, говорил, время молитвы у обитателя дома, Аллах всего лишь хочет очистить вас, отдалить от вас нечисть и очистить вас наилучшим очищением. И 6 месяцев это Ахляль-Бейт, то есть о котором в аяте Священного Корана говорится, что это непорочные люди. И поэтому, когда есть противостояние непорочного человека, носителя света Аллаха, и человека, который поменял милость Аллаха на неверие, когда есть противостояние, это противостояние не может быть бессмысленным, о котором можно сказать, да, это было и прошло, какой нам толк, какой нам прок сейчас об этом говорить и это обсуждать. Нет. Исламское учение говорит об обратном. Это столкновение имеет значимость, имеет свойство. И поэтому человек, который искренен и по-настоящему заботится о своей будущей жизни, должен обратить на это событие пристальное внимание, изучить ее и принять верное решение. Шейх Курбан, я благодарю вас за то, что вы уделили свое время для того, чтобы прийти и рассказать нам о тех событиях, которые происходили в те дни. Я опять же выражаю свои соболезнования вам и нашим телезрителям. И я думаю, что уже мы заканчиваем нашу передачу. И я бы хотел сделать дуа, чтобы Всевышний Аллах сделал нас истинными последователями Фатимы Захры, саламу алейха, чтобы этот свет, которым хранилищем, которым она является, чтобы он также и, как говорится, посвятил на нас, тем самым наставив нас на истинный путь, на путь Ахляль-Бейт. Да будет им всем мир. Спасибо вам, шейх Курбан. Мы заканчиваем передачу. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемые телезрители, я думаю, что эти 20 передач пойдут вам на пользу, и вы в очередной раз набрались информации относительно тех событий, которые произошли после смерти посланника Аллаха с нашей матерью Фатимой Захра, саламуллах алейха. Я хочу, чтобы Всевышний Аллах наставил нас на истинный путь, на путь Фатима Захры и наших святых имамов. Да будет им всем мир. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.